Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Си Нанда 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 Банде Радика Чарна Дайам Гопи Жано Самаюктам Бинда Банам Манухарам Ванша Калпатару Васяки Пасинду Бивачам Патитанам Павунебхьо Вайшнавибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайтигирим Ятки Патамахам Ванде Парамананда Мадавам Бриндавай Тулсидеббхай Пиявай Кешвасача Шнабхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна намаскритто нарунчайва нараттамам Девинг сарасватинг вясам тату жайо мудире Шанкиртане кишно катху падеше Гаурия патрашо пракасане ча Шадану ракто гуру бхакти юкто Бхакти прамодакша жагод баранна Дхейям сада парибхавагнам авиштадохам Титас падам сива виринчанутам сараньям Бхитаттихам панатопал бхавадипутам Банде махапурусате чарна арвиндам Ятпада паллавана качанда маничатая Биспуржитакамапигапавадушвадарши Пурнану рагара сасагара сара мурти сарадхикама и кадакифам кру. Шри Кришна Чайтанна Прахунитананда Шиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прахунитананда Шиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджануламбита бхужау канака бодату, Шанкиртанай капитаро камалая такшо. Вишам бару дижа бару жугадхарма пало банде жагат приякаро каруна бхатаро Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Намами Ганге Таба Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дибба Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхаван Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гоури нирантара вибуши твабам бхагам Нараяно приямананга мадапхарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Баги саджасва бадане Лакшмир жасва ча бакшаси Ясьясти хидай самбит Твам нишингам ахам бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Садаям, Хидаям, Джасьо, Бачаха, Шатта Бхушитам, Каяха парахитам ясо, калихитасо каротиким, садаям хидаям ясо,
Shadayam Hidayam Jasyo Bachaha Shatta Bhushitam Kayaha Parahitam Jasyo Kalihitasyo Karotikim. Gaudiya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru told, Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что листец никогда не сможет стать проповедником. И вот Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что листец никогда не сможет стать проповедником, поскольку если кто-то листит постоянно, значит, он ожидает какой-то лабхи, пуджи, пратишхи. И вот листец значит, что он ожидает какой-то лабхи, пуджи, пратишхи, поэтому он листит всем подряд. Из-за этого чистые вайшнавы, они не листят никому ради каких-то низких целей. Они говорят для нашего абсолютного блага. Они не говорят ничего, что может, но они не говорят для чего-то развлечения или удовлетворения, но а если кто-то делает так, то какие-то проблемы могут возникнуть. Вайшнава — это океан милости, океан бесконечной милости. Милость не значит, что люди, что вайшнавы дают какие-то материальные удобства. Шрила Прабхупад говорит, что большинство людей, они заняты чем-то внешним, буквально телесным и кожной концепцией жизни. Шрила Прабхупад сожалеет, что большинство людей заняты чем-то внешним, какой-то кожей, ну, какими-то шкурными интересами, понимают только внешнее, но не понимают суть, что есть полное абсолютное благо. Они не заинтересованы в этом. Они следуют и подписываются на те организации, которые делают какую-то материальную деятельность, как лечат людей, каким-то материальным образованием занимаются, кормежкой и такими простыми вещами, которые понятны людям недалеким, но они не понимают ничего, что связано с их подлинным интересом, с интересом души, с интересом подлинного «я». Вот это очень сложно для многих понятий. Шрила Прабхупад говорил, чтобы спасти обусловленную душу. И вот Шрила Прабхупад говорил, чтобы спасти обусловленную душу из майя, это так сложно, практически невозможно. И вот спасти обусловленную душу очень сложно. Это проще строить тысячи больниц, школ, столовых бесплатных. Это гораздо проще, чем спасти обусловленную душу. Мало, среди этих обусловленных душ мало кто готов спастись, хотя внешне могут носить илоки, канхималы, джапу повторять, но сердцем мало кто готов быть спасен, что не хотят Бхагавана, но в смеси, в связи с майей. И вот кто-то говорит, что они хотят Бхагавана, но не могут сказать абсолютно, что не хотят Бхагавана полностью. Их потребности нету такой потребности, как в чае. Если сахара в чай добавить, чем чай более вкусный станет. И также люди хотят смеси Бхагавана с майей.
И вот так они сделают. Сегодня проповедь какая-то, но она постоянно смешана с моей. Но Шрила Прабхупад говорил, что Бхагаван не может прийти смешанный с моей. Бхагаван, он абсолют. Как мы можем ожидать осквернения Бхагавана Майи и прочие какие-то глупые вещи? И вот та шлока, с которой я начал, она очень важна. Садаям Хридая Ясья, тот, чье сердце всегда сострадательно. И Гурупад Падма говорил: о, дети, Гор Нитьянанда, они протягивают вам свою руку. И вот Гор Нитьянанда не всегда зовут нас, а обусловленные души не могут принять эту милость. Они идут в противоположном направлении. Гурупад Падма говорил, что Гор Нитьянанда зовут обусловленные души, но те не готовы прийти. У них нет вкуса к трансцендентному миру или к чему-то, что связано с этим трансцендентным миром. У них нет никакого представления. Если так или иначе, они могут обрести вкус харибаджана, этого нектара, они никогда не оставят это. И поэтому Шрила Прабхупад говорил, те, кто... И вот Шрила Прабхупад говорил, те, кто получают, обрели вкус к подлинному, абсолютному баджану, хотя бы немножко, все же они, такие люди уже никогда не будут стремиться к Майе. Но главная суть того, что мы не обретаем этого божественного вкуса. И таким образом система проповеди дикши исказилась очень сильно, и сложно объяснить, насколько она сильно она исказилась. Садаям Хридая Ясья, тот, чье сердце всегда сострадает обусловленным душам, как Шрила Прабхупад говорил на Радхакунде: не ходите туда, идите ко мне. Они сахаджи, не ходите к нам, идите ко мне. И вот, идите ко мне, я знаю, вы не можете потерпеть моих слов, но все же приходите ко мне. Шрила Прабхупад звал их. Но люди хотят идти в другом противоположном направлении. И такое состояние их. Садаям Хридая Ясья. Вачата Сатя Бушитам. Тот, кто не боится говорить об абсолютной истине, и всегда говорит о ней. Не бойтесь, весь мир может выступать против нас. Но что нам до этого? Шрила Прабхупад говорил, пусть весь мир идет против, выступает против меня. Но все же я не прекращу говорить об этой абсолютной истине абсолютным образом, находясь на абсолютном уровне. И вот под амбреллой. И вот таким образом, кто такой подлинный саду? Тот, кто всегда говорит об абсолютной истине, и его тело всегда находится в служении Бхагавану. Он всегда служит всем обусловленным душам, поскольку он
видит весь мир в связи с Бхагаваном. Поскольку Бхагаван дал наставление Удаве, Бхагаван дал наставление Шри Чайтанья Махапрабху, Рупе Санатане и всем остальным говорить обо мне, чтобы мы могли спасти обусловленных душ в этом служении. Если я смогу спасти хотя бы одну обусловленную душу, это мое служение Бхагавана. Я не ожидаю никаких пожертвований или еще чего-то от кого-то. Я хочу, чтобы они обрели вечное благо. И вот. Тут чье тело посвящено Бхагавад-севе ради блага всего мира. Что Кали может сделать? Какую проблему Кали может создать? Мы видели чистых преданных. Они пытаются какие-то проблемы создать, чтобы мешать Харикатхе. Ну, какие-то проблемы постоянно возникают, кто-то пытается их создать на пустом месте. Ну, такое достаточно часто происходит. Но все же такие остановить подлинную Харикатху невозможно. Такие люди могут выступать против, мешать как-то какое-то время, но долгое время они ничего не могут сделать. Их Кали, вот как в этой шлоке говорится, какие проблемы Кали может создать для чистого преданного, для того, кто полностью посвятил свою жизнь Бхагавану. Кали надоест мешать таким преданным и пойдет в какие-то другие места, но может мешать какое-то время все же. И вот листец никогда не сможет стать проповедником, это так. Поскольку листицы, листицы обычно делают все для удовлетворения обычной публики, как-то развлекают их, но ради абсолютного блага они мало что готовы сделать. И вот там проблема листецов. И вот листицы, значит, тот, кто совершает дживахимсу, можно вспомнить, достаточно давно я говорил о дживахимсе. Что такое дживахимса? Под руководством Шрилы Прабхупады я говорил на эту тему. Дживахимса не значит физическое насилие какое-то. Подлинное значение дживахимсы — это обманывать душ, поскольку душа — это не тело. Это тело, это не душа, это просто кровь и плоть, кожа и такие, состоящие из материальных вещей, а дживатма — это душа, пребывающая в сердце. И вот дживахимса в подлинном смысле. Если вы хотите вывести значение этого слова дживахимса, это значит обманывать людей, пытаться как-то отклонить их от подлинного пути, пытаться как-то уводить в сторону какой-то расататвы и прочей ерундой. Дживахимса очень опасно. Если кто-то стремится к дживахимсе, как-то пытается обманывать людей, сбивать их с верного пути, то ничего хорошего такой человек не достигнет. Вчера я говорил о неправильной проповеди. Я говорил, что массивная проповедь, это как массированная проповедь, это пропаганда по-русски, это
неправильно, не совсем правильно. Такой активной массированной проповеди может заниматься только Шриман Махапрабху, кто своей энергией, своим могуществом может так активно проповедовать. Шрила Прабхупад говорил, что пропаганда, выкрикивание каких-то лозунгов, реклама. И вот какая-то пропаганда Харинама, Харикатхи и подлинная проповедь — это разные вещи. Это нельзя назвать подлинной проповедью. Если я проповедую вам, если я успешен в том, чтобы проповедовать кому-то, то, несомненно, вся Сиддханта, я смогу вложить всю Сиддханту в его сердце. И он не сможет совершить никакой ошибки. Он будет чувствовать вдохновение к совершению Харибаджана. Каждый день он будет очень вдохновлен совершать Харибаджан. И это называется подлинная проповедь. И вот Шрила Прабхупад, он был успешен в том, чтобы проповедовать, но не говорил он, что был успешен в массированной проповеди, массовой проповеди. С другой стороны, когда он оставил свое тело, перед тем, как оставить свое тело, он плакал и говорил, что я могу сделать, находясь в этом материальном мире? Что я могу сделать, находясь здесь? Никто не хочет, не готов принять мою Сиддханту, никто не готов следовать мне всем сердцем. И если Шрила Прабхупад говорит так, перед тем, как оставить свое тело, что люди не готовы принять абсолютную истину, а бегут в каком-то противоположном направлении. И вот вчера я говорил, стиль проповеди Гокарны был успешен для Дандукари. Дандукари был единственный, кто мог принять, осознать, все, применить в своей жизни всю эту Сиддханту, тот, у кого была подлинная потребность. Другие тоже слушали, но не достигли того великого блага, которого достиг он. То, что сам Господь послал Виману за ними и забрал его в духовный мир. Такого блага достиг Дандукари, слушая Бхагаватам. А множество других людей, которые слушали, не достигли такого великого плода. И вот что такое дикша, мантра и все остальное. Это очень обширная тема. Подлинная проповедь, подлинная дикша, значит, что мы можем развить дивагьяну, божественное знание. Если кто-то приходит ко мне, не осознав дивагьяну, не получив этого божественного знания, значит, что человек не слушал должным образом. Слышал, но не слушал. И вот, слушая харикатху, принимая дикшу, если я не развиваю дивагьяну, что говорит о дивагьяне, можно наблюдать, что у многих даже здравого смысла нет, а человек занимает пост ачарьи, не имея здравого смысла, его действия, слова писанина говорят противоположное, что он не на своем месте. И Шрила Прабхупад говорил, дикша значит достичь божественного знания. И псевдо-дикша, и настоящая дикша не то же самое.
И Шрила Прабхупада говорит, подлинная дикша и псевдодикша – это разные вещи. И те, кто не получили подлинную дикшу, они не могут прогрессировать в своем баджане. Они максимум могут получить какое-то сукрити. Они даже в храм по-хорошему, в алтарную имеется в виду, не заходить и прикасаться к шалаграмам и поклоняться Радха Говинде или шалаграмам. Не имеют права, только какое-то сукрити не получили, но в следующей жизни могут, если не будут совершать никаких аппаратов, продолжить накапливать сукрити. И так кумулятивный интерес получить. Как банки проценты на проценты начисляются, так и вот в Харибаджане что-то люди делают, если... Ну, такое, как сказать, малое в следующей жизни что-то большее благо получает, больше, и так жизнь за жизнью постепенно прогрессирует, какое-то сукрити накапливает. И вот это сукрити может вести вас, это, конечно, хорошо. Но есть два вида сукрити, баджана муки сукрити и бхуган муки сукрити. Другое. Второй вид сукрити не может помочь вам. Оно, наоборот, будет мешать вам. Кто-то повторяет харинам, слушает харикатху, но внутри своего сердца какой-то анибхилаш, какие-то посторонние желания, они оскверняют наш ум. Вроде человек занимается гуру-севой, но из-за этого анибхилаша, каких-то посторонних желаний, лабхи-пуджи и пратишчи, он совершает эту гуру-севу, но подлинно сукрити, он бхаванамухи сукрити не получает. Немного так называемых преданных служат вайшнавам, но в итоге обретают только какие-то материальные блага, и это, можно сказать, это проклятие, это влияние майи и ее дело. То, что люди обретают только материальные достижения, не забывают о духовном. И вот Бхагаван в 11-й песне. И вот в теме про Бали Махараджа, когда Бали Махарадж явился, и вот Бхагаван вот в конце этой лилы сказал абсолютную истину. Он сказал, не забывай. Кому я дарую подлинную милость, я забираю все у этого человека, все его богатство, все, поскольку это материальное богатство, это причина их тщеславности, их гордости. Я молю Бхагавана сделать меня нищим, пускай Бхагаван даже заберет всю мою одежду. И Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж говорил такую же сиддханту. И вот какой-то богатый человек сказал Мадхава Госвами Махараджу: «Махарадж, могу дать денег, построить тут фабрику по производству кирпичей, и на прибыль от этого можно Москву строить». И Мадхава Госвами Махарадж сказал: «В вашем обществе такая формула, что вы хотите сделать бедных людей богатыми, но мы, наоборот, делаем богатых людей бедными». И вот мы... И вот ваш, поэтому ваша формула и стиль поведения противоречит нашему. Сейчас наоборот происходит.
такое вот состояние общества, к сожалению. И вот Бхагаван говорит: я хочу очистить его сердце, забрав все его богатство, всю гордость и все остальное, чтобы он чувствовал, что у меня ничего нет, я не шкинчи. Как в случае с Триданти Бхикшу. Бхагавата можно найти. Он был очень богат, браман. Но в итоге, по желанию Бхагавана, все его богатство ушло. Царь забрал что-то там, разбойники тоже ограбили его. И даже его жена, дети, они хотели выгнать его из дома. И вот он был беспомощен и начал думать, что плохого сделал. И внезапно он развил божественное знание, такое прекрасное знание по милости Чайтья Гуру, Гуру в сердце. И вот тогда этот Триданди, этот Браман Триданди Бхикшу начал говорить: сегодня я осознал, что Бхагаван, он доволен мною на 100%, и он организовал такую ситуацию, в которую я попал. Триданди, этот саньяси, сказал: и вот сегодня Бхагаван очень доволен мною, и он организовал такую ситуацию, чтобы я мог обрести осознание, божественное знание. И вот сегодня я принимаю Триданди саньясу и оставляю, и буду жить как нищий. Я предаюсь полностью Бхагавану. И вот, несомненно, Бхагаван Хари, он доволен мною. И поэтому я достиг такого положения, поскольку вот, как долго мы зависим от наших денег в банке, мы не можем быть полностью преданными. Пока вы зависите от денег, власти, образования или еще каких-то материальных вещей, вы не можете зависеть от Бхагавана на 100%. Когда вы оставите все, вы станете беспомощными, то вы можете предаться лотосным стопам Бхагавана, но не перед этим. Пока возводит надежда на что-то иное, полного самопредания Бхагавану не будет. И вот Гурупад Падма говорил мне: «О мой сын, что это?» Я говорил: «Ваша саньяса данда, да». И это здесь находится, как долго она тут, но пока вы здесь, пока она стоит, будет и стоять. И вот данда не может поменять свое положение, куда-то пойти. Но когда я ставлю данду куда-то или кладу ее на пол, данда вот так будет стоять или лежать, где ее поставили. И вот это пример шаранагати, пример полного самопредания. И Гурупад Падма также говорил мне: «О мой сын, если вы купите какое-то животное на рынке, собаку там, корову или быка или еще кого-то. И вот если этого животного купить на рынке,
то эти купленные животные вынуждены следовать вашим правилам и предписаниям. Если кормить их будут, есть, не кормить, то ничего им есть будет. Как где-то ну, как раньше была работорговля, процветала. Работорговля. Популярна была какое-то время назад. И вот так люди покупали рабов. Люди покупали рабов, и вот так и заставляли их работать. И Громах Грудов приводил такой пример из Бхагаватам. Как животное, если оно продано на рынке, оно будет, оно должно, будет подчиняться покупателю. И также, если мы преданы Гурудеву, если у нас нет даже запаха, никаких личных корыстных желаний, то тогда мы сможем стать подлинным проповедником. У обычных людей какое представление о Тринадапи? Я спрашиваю вас. И вот, а что такое Тринадапи? Если кто-то говорит очень тихо, мягко, вежливо, какие-то удобства предоставляет, разве это Тринадапи? Хотя многие думают, что так они не знают, что это не Тринадапи, а просто лесть. Что такое Тринадапи? Тринадапи, если возможно, если у человека есть Тринадапи, он может проповедовать везде. Подлинное смирение, значит, подлинное Тринадапи. Значит, отсутствие всякой лабхи, пуджи и пратишчи, но люди не понимают этого значения. Люди вне одурачены. Как долго я могу лаять, как собака? Мало кто может принять мои слова, хотя я могу говорить о Шриле Прабхупаде, его Сиддханте. Но все же их удачи очень мало. И вот подлинное значение Тринадапи. Шрила Прабхупада говорит, если лишены лабхи, пуджи, пратишчи, у вас нет никаких посторонних желаний этой лабхи, пуджи, пратишчи. Даже запаха этого нету. Даже запаха этих посторонних желаний, лабхи, пуджи, пратишчи нет, то тогда вы можете проповедовать читание Вани, наставление Шри Чайтанья Махапрабху. Иначе люди внешне могут начать проповедовать смиренно, но потом, когда какая-то пратишча слава придет к вам, они уже перестают уважать гуру вайшнавов. Таких много примеров. Люди вроде внешне все хорошо было, а потом все хуже и хуже становилось. То есть люди начинают гордиться своим положением, и в итоге из-за такой гордости и пренебрежением гуру вайшнавам они падают. И как полубоги, они возгордились тем, что победили демонов, и чтобы дать им урок. Парабрама, Парахилешвар, Бхагаван Шри Кришна явился у ворот в небеса, как какое-то животное, якша, ну, как какое-то существо, непонятно. Все были заинтересованы, что, кто это, что он тут делает. И новость дошла до Индры, что Индра сказал, кто может пойти узнать, кто он, что за существо такое. И послал он Паванадева, да, я могу.
кто ты? И этот Парабрахма в форме, какой-то якши, ну какого-то существа спросили, а ты кто? Сначала хочу узнать, кто ты. Я Павандев. Ты разве не знаешь меня? Не слышал. Павандев, я очень могуществен, я могу своим, я повелитель ветра, могу этим ветром разрушить весь мир. Что правда? Моя сила, мое могущество всем известно. Ну, не обижайся, вот травинка, попробуй сдуть ее. Вот всего лишь какая-то травинка. Попробуй сдуй ее. Тот засмеялся, пытался сдуть со всей силы, ураган навел там, но эта травинка ни на миллиметр не подвинулась. Он удивился, как это возможно, и пошел к Индре. Сказал, очень странно. Я пошел там, пытался эту травинку сдуть, но всем своим могуществом не смог ничего сделать. Я не знаю, кто он. Кого же послать? О, Варуна, ты очень могуществен, иди, узнай, кто там. И вот тот пошел спрашивать. Кто ты? Я сначала скажи, кто ты? Как я, Варуна? Кто такой Варуна? Как я очень могуществен, я полубог воды, могу весь мир затопить. Ну, вот тут травинка, попробую ее с места сдвинуть, и тот тоже ничего не смог сделать. Когда сам Индра пришел, понял, что без толку кого-то посылать, я сам пришел к этому Парабрахме. Этот Парабрахма, он исчез. Когда сам Индра пришел, то узнать, кто же он, кто это существо, вот он исчез. Куда же он ушел? Где он только что тут стоял? И тогда с небес Бхагавати Деви Ума явилась. Она засмеялась, о Индра, Парабрахма. Он был Парабрахмой, как Парабрахма, да. Он сам, Верховный Господь, явился, чтобы разрушить все ваше ложное эго, всю вашу гордость, поскольку вы думали, что вы с помощью своей силы, могущества, вы успешны в том, чтобы победить этих демонов. Но на самом деле это все произошло по воле и по милости Парабрахмы. Только по его воле вы победили демонов. Да, действительно так. И вот этот Парабрахма, чтобы разрушить ваше ложное эго, вашу гордость, он пришел сюда. И вот Бхагаван хотел, он даровал вам победу. И вот если какой-то проповедник заявляет, что он единственный успешный в проповеди, а все остальные настолько плохи, что даже людьми их назвать нельзя, то как можно принять его учение? Это целиком и полностью неправильно. Мы должны подумать, я говорю Харикатху по милости Гурудева и Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура. Я никогда не думаю, что я говорю Харикатху. В тот день, когда начну так думать, моя Деви, она возьмет меня за шею, выкинет на улицу, я не смогу произнести ни слова. Гурудев пребывает внутри меня, и он говорит, и тогда Харикатхана является в моем сердце, я могу говорить по подлинной Сиддханту. И вот смотрите, это массивная проповедь, это не совершенно, поскольку если я не могу обрести дивья-гьяну, божественное знание внутри своего сердца, как я могу проповедовать, сколько учеников, сколько достойных учеников будет у такого человека, конечно, количество обезьян и прочее.
может быть много, но подлинных учеников сколько? Количество и качество не могут быть вместе. Всегда нужно чем-то жертвовать, либо качеством, либо количеством. Если вы хотите количество, то качество будет падать. Если вы хотите качество, то количество будет малым. Как можно наблюдать в магазинах, продающих бриллианты и дорогие украшения, может, там один человек в день приходит, и то не каждый день. Или автомобили продают, то, что там не каждый день все заходят. Достаточно мало покупателей приходят. И Шрила Бхактивинода Госвами Махарадж, Госвами Махарадж. Бхакти Прадипта Госвами Махарадж, они никогда не проповедовали без указания Шрилы Прабхупады. В то же самое время нужно не забывать, что они следовали процедуре Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада и Шрила Прабхупада всегда говорил, если вы успешны в том, чтобы изменить жизнь какого-то значимого человека в обществе, то автоматически ваша проповедь, она произойдет. И так как Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он приглашал на харикатху, на какие-то собрания, каких-то значимых людей, вроде сверховного судьи, президента Индии, или премьер-министра, или там местного Бенгала премьер-министра, не потому что он хотел льстить им, а потому что если они станут преданными, то их влияние, они получат возможность услышать о подлинной Сиддханте. Кто может сказать, изменят ли они свою жизнь или нет, они могут изменить свою жизнь. И если они примут это учение и применят в своей жизни, то другие наблюдают за ними, они тоже вдохновятся их примером. Кришна Бхагаван, он проповедовал Удаве. Он одному Удаве проповедовал, а Удав, он уже проповедовал другим, хотя вот такую лилу Кришна явил. И вот суть в том, один Удав, смотрите, Удав один, его более чем достаточно, чем все ваше общество. Все общество, ваше общество может собраться и сравниться с силой проповеди Удава. Или у Горкиша Дасбауджи Макраджа был всего один ученик, который буквально поджег весь мир из своей проповеди. Это был Шрила Прабхупада Бхакти Сиддханта Сарасвати. Мы не должны говорить неправильно, Сиддханта Майя может так захватить наше сердце, и мы будем говорить что-то неправильно. Наша Гурварга не была успешна. Никто не мог проповедовать этой королеве Виктории или каким-то очень значимым людям вверху аристократии. Ну, кто-то проповедовал как массивно каким-то нижним слоем населения, но гордиться этим и назвать всех остальных бесполезными – это неправильно. Это признак ложного эго, которое может стать причиной падения. Брахма говорит Бхагавану: «О Бхагаван, те, кто возвышаются благодаря собственной силе, благодаря собственным усилиям. То есть такие люди могут с легкостью пасть, так же, как куда-то взобрались высоко, с такой же легкостью могут пасть. О Бхагаван, те, кто пытаются своими собственными попытками возвыситься, это Майвади говорится, и
Ну, некоторые носят тилаки, занимаются просто ачари, но тоже, по сути, являются майявади, поскольку не верят в гуру Вайшнава и оскорбляют их. И вот в этой шлоке говорится, что такие люди могут возвыситься до определенного уровня, но потом вынуждены будут пасть, поскольку игнорируют вечное существование лотосных стоп Бхагавана и тех преданных, которые находятся у его лотосных стоп в киртане. Вот в этом киртане говорится, что вечные стопы Нитая вечны, как его слуги. Лотосные стопы Нитянанда, они вечны, и те, та Гурварга, которая, чье место находится у лотосных стоп Нитянанды. Абсолютная истина – это лотосные стопы Нитянанды. И все слуги, саваки Нитянанды, их место тоже у лотосных стоп Нитянанды. Как мы можем оскорблять их? И вот я чувствую, и мне плачевно, я с сожалением смотрю на людей, которые так говорят. Не больно смотреть на таких людей. И вот Джада Бхарат, он был очень, его сердце было настолько широко, настолько сострадателен он был, он хотел помочь царю Ракугану. Это история с Бхагаватам. Из пятой песни Бхагаватам. И вот Ракуган. В общем, два царя, носильщик один, что-то с ним случилось, не хватало носильщика, надо было четыре человека, чтобы паланки нести. Ну, можно вдвоем нести паланки, но тяжело и опасно, это ну, обычно четыре носят, и вот один носильщик. Что-то с ним случилось, пропало, вот надо было найти. И вот нашли этого Джада Бхарата. И тот подумал, что тут ничего не делает, надо занять его в работе. Но тот, поскольку был Брамахамса, такой физической работе, носильщиком никак не приспособлен. Тут начал поносить его, начал свет стоять, и очень. Ну, ты этот, очень худой, больной, хоть тяжело тебе тащить, но давай старайся, тащи паланкин. То он вообще говорит, что если плохо будет тащить паланкин, я сейчас слезу и пощечину тебе дам. Чего ты не делаешь то, что я говорю? И тут Джада Бхарат начал говорить об абсолютной сиданте. И когда Джада Бхарат начал говорить, до этого он молчал, не отвечал. Он вел себя как немой и глухой, поскольку если он начал говорить с кем-то, какая-то дружба завязалась. И, в общем, на баджану времени меньше бы осталось. И вот, и поэтому он молчал, делал вид, что он глухой, немой. И вот, когда Джарада Бхарат открыл свой рот, начал говорить, то Ракуган был буквально сошел с ума, начал плакать. Кто ты? Кто ты? Скажи мне, ты свои твои слова. Тот, как ты говоришь, говорит о том, что ты великий мудрец, подобный Катпиле. Кто ты? Прости меня за все мои оскорбления. И вот люди даже этого не знают перед тем, как
проповедует что-то, нужно утвердиться в учении Гуранги Махапрабху или утвердиться в Адвайгантатве. Если я проповедую, некоторые люди, не имеющие Адвайгантатвы, не имеющие создания Адвайгантатвы, вроде идут проповедовать, а отвлекаются на какие-то материальные вещи. И вот если человек не утвердился в Адвайгантатве, может засматриваться на красивые женщины, красивые здания и прочие материальные вещи. И это такую деятельность проповеди нельзя назвать. И вот мы должны утвердиться в учении Шримана Махапрабху. И в итоге Куган начал плакать. Я падшая душа, я невежествен, пожалуйста, спаси меня, прости за все мои оскорбления. Я боюсь овощного аппарата. Вайшнава Парасха настолько опасно, что даже Шанкар Бхагаван не может быть спасен. И вот Читание Бхагавати говорится. Если Индра может убить меня, я не боюсь этого так, как Вайшнава Парасха. Ямарадж Ямараджа есть палец, полный гвоздей, ну а колючек. И вот Куган говорит, я всего этого не боюсь, но боюсь вайшнава аппарата. Прохлад Махарадж также говорил Нарисимхадеву, что я не боюсь твоей ужасной этой угро формы. И Ракуган, вот он просил прощения и говорил, что я ничего не боюсь, никаких наказаний, кроме вайшнава парасхи. Вот но некоторые люди открыто оскорбляют вайшнавов, обманывают своих учеников и не боятся этого. Некоторые говорят, что Бунда Госвами Махарадж не браман, хотя он родился в высокой браманской семье. Некоторые так называемые проповедники говорят, что он шудра, поскольку он не одобрял сиддханту таких проповедников. Он написал письмо, что вы там неправы, вот в таких-то, в список составил таких моментах. А тот в отличие, не мог ничего сказать, как бы сказал, что тот шудра. И ну, таких организаций, вместо проповеди можно наблюдать, происходит как то, что произошло в династии Яда. В общем, они сама ликвидировались. И вот Шила. Шила Прабхупад, он мне. Не одобрял, чтобы кто-то в одиночку ездил на проповедь, особенно на Запад. И вот Шрила Бхакти Валабхирта Госвами Махарадж, он Maharaj, I am falling so low. If I can fall down there,
И вот Шрила Бхакти Валабхита Госвами Махарадж никогда не хотел ехать на проповедь на Запад, но Шрила Госвами Махарадж много раз он просил его поехать, иначе кто кроме вас может проповедовать. И вот, на один все же он по настоянию Шрилы Пури Госвами Махарадж поехал на проповедь, а местные смеялись над ним, что за проповедь, другие едут на Запад, привозят деньги, а вы даже денег никаких не привезли. Поскольку Шрила Бхакти Валабхита Госвами Махарадж ездил не за деньгами на Запад, а за совершенно другим. Даже когда вообще не было, чтобы что-то готовить, такая ситуация получилась, все равно не просил денег у местных преданных, а как-то на свои шли, покупали какие-то овощи и прочее, чего не хватало. И вот он начал проповедь за границей. Я помогал как-то, как мог. Хотя я с ним не ездил, но все же он занимал меня в каком-то служении. Большинство людей, даже братья в Боге, они не превратно поняли его великолепное положение. Они думали, что он глуп. Никогда не хотел стать гуру, когда Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж написал завещание, в котором он выбрал его как ачари. Гурудев ушел. Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж ушел из этого мира. И это завещание было оставлено адвокату. И тот пришел на собрание и провозгласил текст этого завещания, что Шрила Бхакти Валабхатирта Госвами Махарадж выбрал назначен ачарьей Гурудевом. Назначен именно, не выбран. И вот он начал, и когда он услышал это, он начал плакать. Я не смогу совершать такое служение ачарьи, как я могу. Есть Бхарати Махарадж, более достойный, чем я. И он уехал в какое-то уединенное место на Говардхане. И вот он уехал на Говардхан и начал совершать уединенный баджан. Он сказал, лучше назначить кого-то более достойного, чем я. И в итоге отец Гиридхари Панды, и вот этот Гиридхари Панду, но Махарадж такой уже знакомый. И вот он решил, взял на себя ответственность, Шрила Бхакти Валабхатирта Госвами Махараджа вернуть назад. И вот он пошел его искать там на Говардхане, где он совершил баджан. И говорил: «О Махарадж, ты можешь, вернешься ли ты в свой храм?» Нет, нет, не вернусь, меня назначит ачари. Нет, ты скажи, если ты не поедешь туда, я застрелюсь. Тот сказал: «Нет, если ради меня кто-то умрет, нет, ну давайте вернусь». В итоге он вернулся. И плача, он взял этот, принял пост ачари, который ему оставил Гурудев. А сейчас многие борются за этот пост ачари, куда ни посмотри. И вот мы должны понять чистоту Шрилы Бхакти Валабхатирты Госвами Махараджа. Он был идеалом татвагьяны. Он был настолько милостив ко всем душам.
У меня есть много чего, что я могу сказать о нем. И какие-то важные вещи я могу сказать, поскольку если я не скажу, вы не поймете. И вот он начал свое образование. Вот он, в общем, учился в Калькутском университете, изучал юриспруденцию, хотел стать судьей. И случайно, по своей великой удаче, он встретился с Шрилой Мадхавой Госвами Махараджем. Это было чудо. Он возвращался с какого-то дела. И вот увидел какую-то шафрановую одежду висит на балконе каких-то грехастов, в доме знакомых каких-то, это было в Голпаре. Вот он подъехал туда на велосипеде, остановился там, спросил, что какие-то саду приехали, да, саду. И вот когда он пришел вечером на Харикатху, он увидел образ Шрилы Мадхавы Госвами Махараджа, видя его первый раз. Он был буквально продан, он полностью предался ему, Шри Бхакти Дайте Мадхавы Госвами Махараджа. И второй случай из Ассама, тоже этот преданный, он служил как-то Шри Мадхавы Госвами Махараджа, жил рядом и сказал: «Смотри, ты вот сейчас пойдешь учиться на судью, на адвоката, бариста». На адвокат, что такое? И вот станешь баристром, нам нужно будет тебе заниматься этим судопроизводством, будут люди к тебе приходить со всяким криминалом, надо будет их это, разбирать, их случаи, думать об этом, хорошо ли это. И думать о всяких убийцах и прочих, и судить их, или ты будешь жить с таким возвышенным преданным, как Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, что лучше, если станешь судьей, каждый день к тебе будут приходить всякие воры, насильники, убийцы, рассказывать свои истории, это все слушать, судить их, приговаривать к смертной казни и прочим наказаниям, или будешь слушать харикату каждый день, совершать киртан, совершать харибаджан, что же лучше из этого? И вот он понял, что да, действительно лучше стать преданным, чем быть каким-то судьей. И вот так он присоединился к Шрили Мадхавы Госвами Махараджу на всю оставшуюся жизнь. И вот Шрила Бхакти Валабха Тирта Госвами Махарадж, он был олицетворением киртана. Он великолепно пел. И вот он присоединился к Шри Чайтанья Годи Матху, и много случаев про него, по милости Гурварги. Гурварга, наш Шикшагуру, моя Шикшагуру. Бхакти Махараджа Нарайан Махарадж, Бхакти Ракшак Нарайан Махарадж, они уже ушли из этого мира, и когда они дали мне указания, написать книгу к 50-летию саньясы Гурудева. И вот они дали какой-то материал, 10 дней времени, и нужно было написать книгу. Вот Махарадж написал книгу, посвященную Гурудеву Шриле Бхакти Валабхе Тирте Госвами Махараджа в поиске подлинного места паломничества. Вот на хинди, на бенгалии, на хинди было написано, на английском еще вроде не опубликовано. И вот я собрал все, что знал о нем. Тривикра Махараджа, он был ученик Шрилы Прабхупады, говорил с ним. Бхарати Госвами Махараджа, Нарайан Махараджа и Шрилы Бхакти Валабхи Тирте Госвами Махараджа тоже много у него узнал. Дневники его мне не дали, к сожалению.
ну, чтобы как-то более обширно все написать. С моим Гуру Махараджем тоже случилось, эти дневники внезапно куда-то пропали, оказались в Америке, и потом их никто не видел. И вот, к сожалению, так некоторые вещи пропадают, и без них сложно написать что-то более подробное и обширное. Но так или иначе, все, что случается для нашего вечного блага. И даже внешнее что-то плохое, если происходит, то все же. That, you know, chap whom I wanted to deliver, all his pandas, everything all fallen. Now he like to cut my throat. I tell him, if bring the knife, I am standing with you, bring your knife. That man getting the full favor of our Lord. Every day, in a week, 7-6 days, taking prasad, unnecessary. Because they are going to give the patronage. А, ну, вообще Махарадж говорит, что некоторые люди, которые против него как-то выступают, они получают всяческую поддержку от каких-то других враждебных организаций. Ну, такое происходит, если кто-то как-то выступает против каких-то могущественных проповедников, другие, чтобы так устранить конкурента, всячески помогают ему. И вот о чистой харикатхе мало кто заинтересован, просто какая-то коммерция происходит и конкуренция. И вот Шрила Бхактивилас Тиртхагаса Махарадж, он был идеалом, он был атма-таттва-видом. Он никогда не говорил никаких лекций, мы никогда ни лекции не слышали от него. Он говорил харикатху, он, его жизнь была идеальна, но все же какие-то люди пытались ему всячески мешать, вредить. И вот его самопредание лотосным стопам Шрила Бхакти Даита Мадхава Госвами Махараджа было чудесным, удивительным. Мы не можем поверить в это. Его жизнь и душа были проданы Шрила Бхакти Даити Мадхава Госвами Махараджа. Все, что говорил Гурудев, да, он всегда это исполнял, никогда не говорил «нет». И вот было два, дорогих севака, Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа, это Шрила Бхакти Валабхатирта Госвами Махараджа и Шрила Бхакти Виген Бхарати Госвами Махараджа. И вот это они были буквально правой и левой рукой его. И вот они оба совершали огромное количество служения. Все. Шрила Бхакти Валабхатирта Госвами Махарадж был ачарьей, а Бхарати Махарадж секретарем всея Читания Гауди Матха. И вот таких идеалов, как Шрила Бхакти Валабхатирта Госвами Махарадж и Шрила Бхарати Махарадж, таких уже не найти. И вот после того, как Гурудев ушел, он
принял пост Ачарья под руководством Шрилы Бхакти Прамода Пуридев Госвами Махараджа. И вот и Гурудев ушел, Шрила Бхакти Дайта Мадхва Госвами Махарадж. В 1979 году. И вот с тех пор он взял на себя ответственность быть ачарьей за весь Чайтанья Гаудия-матха, его отделение. И вот он был очень терпелив. Мой Гурупада Падма говорил, что Шрила Бхакти Валабха Тиртха Госвами Махарадж, он олицетворение Тринады Пишулоки, настолько смиренен, никогда даже не повышал голос. Может, во время Харикатхи только он говорил громко из-за преполняющих его чувств, но все остальное время был очень смирен. И вот Шрила Бхакти Дайта Мадхва Госвами Махарадж, он говорил Кришна Валабхамачари: «О, Кришна Валаб, позови того преданного». И вот он звал с нижнего этажа: «О, Прабу, Махарадж вас зовет». Тот не слышал, тот приходился подниматься наверх, как в комнату этого преданного. А, точнее, не кричал снизу, на все горло, а поднимался, стучал аккуратно, говорил, что вот вас Гурудев зовет, можете ли вы пойти. Но сейчас как-то вот, по-другому зовут, вот так. Вот тут был очень смирен. Несколько примеров, если я приведу, тогда вы поймете. И вот он, нужно было по какой-то бумажной работе куда-то идти. И Мадхва Госвами Махарадж сказал, что лучше, если ты будешь там до 12, там очередь большая, потом лучше до 12 там быть. Но один старший преданный сказал ему: «О, Прабу, куда вы идете? Вот иду вот по бумажной работе, бюрократия какая-то, ну, сейчас просада, время просада, подожди тут полчаса, прими просад и иди». Ну, тут старший преданный был очень просто сердечен, тут согласился, подожду просада, и тут сверху Шрила Бхакти Дайта Мадхва Госвами Махарадж смотрел: «О, Кришна Валлабх, вот ты еще не ушел». И тот затрясся от страха. Он не сказал, что мне вот старший преданный сказал подождать просада, а потом идти. Нет, я иду прямо сейчас, так. Не приняв просада, пошел этой бюрократией заниматься. И вот в Ассаме нечто случилось. Я расскажу несколько случаев в Ассаме. Какие-то преданные. Шрила Бхакти Дайта Мадхва Госвами Махарадж был там, это в Сарбоге вроде было. И вот не было там воды. Какой-то колодец один был. Ну как и на Сурьякунде я жил. Там был один колодец, и все эти селяне вокруг приходили, брали воду с этого колодца, ведрами доставали на веревке. И вот там тоже был один колодец только. И вот Шрила Тиртха Махарадж пошел с ведром на веревке, чтобы набрать воды. И И вот с женой Рамануджачари Джамамбой тоже случился похожий случай. И вот там какая-то женщина набирала воду также.
тут случилось, что одно ведро задело другое. И вот эта женщина начала орать и возмущаться на всю деревню, материть его так, как будто он что-то плохое сделал. И вот Сиддхартха Махарадж не взял ведро, ничего не сказал, ушел в храм с пропущенной головой. Эта женщина лаяла, как собака на него. И вот Шрила Мадхава Госвами Махарадж встретил в коридоре, спросил, что случилось, и ничего не случилось. Но Шрила Мадхава Госвами Махарадж понял, что эта женщина была такая, была, как сказать, плохая, скажем так. И вот какие-то люди жаловались на него, но Шрила Бхактивиналакта Госвами Махарадж был выше всякой политики, всякой конкуренции и всякой конспирации. Он был идеалом во всем, и вот он успешно проповедовал по всей Индии, и был на Западе также проповедовал. Поскольку большинство людей не знают ничего о Гуранге Махапрабху, на Западе сколько людей знают, мало. И вот там был ашрам в Америке, забыл, как называется. Надо было ждать там какое-то время, да, чтобы что-то подготовили, и в то время какая-то полуголая женщина лежала на полу, ноги были направлены в сторону Бхактивиналакта Госвами Махараджа. Ну, в Индии оскорбительным считается это. Но он не придал этому значения, не обиделся. Другая полуголая женщина зашла к нему в комнату, не спросив севака. Но тот не начал орать и возмущаться, посмотрел на нее, как ребенок. Как ребенок смотрит на мать. Она была полуголая, но... И тут севак пришел, но как-то пытался сказать, что сейчас не время даршана, подождите немножко. И вот он за пределами материального мира. И он настолько смирен, что не придает значения таким вещам. И вот Махарадж был в Москве, и однажды мать Камалакши одного преданного, который принял прибежище у Шрилы Пури Госвами Махараджа, получил дикшу от него также. И вот его мать никогда не видела вайшнавов, никогда не встречалась ни с какими саду. И внезапно она решила приехать туда, чтобы встретиться с ним. Не спрашивая никого, просто приехала, неизвестно почему. И вот она пока зашла в комнату Шрилы Бхактивиналакта Госвами Махараджа, она только увидела, начала плакать. Камалакша говорил, я не знаю, почему моя мать начала плакать. И вот она ничего не смогла сказать, я просто была безмолвна и плакала. И много раз Махарадж говорил мне, что можешь жить в нашем храме, помогать мне в проповеди.
Я какое-то время помогал, жил в Матхе. Но сложно было, поскольку Махарадж ничего не ест, ну, в смысле не ест. Ну, чтобы готовили как следует, кто следует и где следует. Ну, не ест, в общем, просадка, которую обычно раздают везде. Поэтому сложно без еды жить. И вот тогда Гуру сказал, что можешь есть то, что готовят для меня, или для Бхарати Махараджа. Ну, там какие-то собаки готовили. И он говорил, что ты можешь есть то, чем меня кормят. Ну, как большой ачарья, я маленький человек, как я могу ожидать, чтобы у собак что-то на меня готовил. Однажды в Чандигархе моя туласи мала сломалась, порвалась. И вот я думал, куплю туласи малу в храме, пойду к Шили Бхактивилапхитирте Госвами Махараджу, возьму ее с его рук. Я вот пришел с этой туласи малой, поклонился Махараджу, сказал мне, туласи мала вот порвалась. И вот у меня новая. Я помыл водой Ганги, вот даю вам, вы мне дайте ее назад. И Махарадж засмеялся и сказал, я еще не омовение не принял, как я могу тебе туласи малу дать туда. А я сказал, о, Махарадж, хотите обмануть меня? Что вы думаете? И тут засмеялся и отдал мне малу. И был такой милым, прекрасным человеком. Однажды я видел, иногда я видел, когда Гуру Махарадж организовал свой мат, Шрила Бхактивилапхитирте Госвами Махарадж приходил к нам, ну, этот, в Гопинат Гаудимат, в смысле. Советовался, спрашивал совету Шрилы Бхакти Прамода Пуридев Госвами Махараджа, никогда не делал ничего, не спросив, не посоветовавшись с Шрилой Пури Госвами Махараджем. И вот он спрашивал на каждом шагу его мнение, его совета. А сейчас такая анугати — это великий идеализм. Та анугати — Шрила Бхактивилапхитирте Госвами Махараджа. Та анугати, показанная Шрилой Бхактивиданта Вамана Госвами Махараджа, это примеры, это подобно мильным камням для нас. Это такие идеалы на нашем пути, где мы можем их найти. Это очень редко. Ну, вот, посмотрите его фотографию. Настолько красив он, великолепен. И у меня тоже есть фотография. На 96-й год явления Гуру Махараджа. Он сидит на сцене, плачет и думает о будущем и хочет сказать что-то. У меня вот есть фотография. Вот я написал эту книгу про Ашрам Госвами Махараджа. Это вчерашняя харикатха. И смотрите его фигуру. Настолько он могущественный, красив. Ему даже не нужно говорить харикатху, достаточно быть рядом. Его образ, как сказать, внешнее такое проявление настолько прекрасно. И вот у них они совершили так много служения. Без всякого компромисса они совершили служение Шрили Прабхупаде, они посвятившие себя души, как мы можем говорить о них, что они падши,
как Рупа Санатана, они не ездили на Запад, или Горги Шурдас Бабаджи Махарадж тоже не ездил на Запад. Это не значит, что они не проповедники, они первоклассные проповедники во всей Браманде. Шрила Бхактивинод Такур, он мог проповедовать полубогам, или Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати, они настолько могущественны, что даже Индра, они могли слушать харикатху от таких великих вайшнавов. Если кто-то выражает пренебрежение, неуважение к ним, это оскорбительно. И когда кто-то оскорбляет вайшнавов, если я не могу найти решение, чтобы прекратить все это, то это нехорошо. Я должен что-то сделать для этого. И вот я хотел сказать много о Шриле Бхакти Валабхе Тирте Госвами Махараджа, но времени не так много. И вот первую шлоку, которую я произнес, и между этим я тоже произнес много шлок. Мы молимся лотосным стопам Рамачандры и Шрилы Бхакти Шрода Ашрам Госвами Махараджа, и молимся милости Шрилы Бхакти Валабхи Тирте Госвами Махараджа. Он не мой брат Боги, он мой гуру. Однажды я сказал Кришнанагарской матхе во время Джулан Пурнимы, Шрила Бхакти Валабхи Тирте Госвами Махарадж был там, я зашел в его комнату, Махарадж сказал: «Хочешь ли ты отправиться со мной в Америку на проповедь?» Я сказал, что я падшая душа, не могу с вами ехать. «Вы гуру, вы езжайте». И Махарадж сказал, пригласил меня в Америку на проповедь, но я не согласился. Сказал, что я... Он сказал, что я ваш... Я же не гуру вам, а брат Боги. А я ему ответил: «Нет, вы мой гуру, а не мой брат Боги. Я знаю вас». И так или иначе...